Лев Сергеевич, эмоции просто переполняют. Вы это сделали. Как вам это удалось? Ну, парни поговорили с ними вчера, что это, ну, такая возможность с хорошей командой дать достойный бой. И, ну, парни сделали, проявили характер. То есть, честь им хвала. После окончания основного времени показалось, вы немного замешкались, не пошли сразу в раздевалку. Почему? Не, просто, ну, честно, да, не только судьи, я тоже, ну, не знал, какой будет регламент, и думал, может, сразу будет овертайм. Ну, когда сказали, что играем до гола, как у взрослых, потому что, ну, такой регламент, и, ну, мы там подкорректировали с ребятами игру немножко, поэтому... Какие слова? Что вы говорили им в раздевалке, что они выдержали столько времени и все-таки сделали, вырвали эту победу во втором овертайме? Ну, прежде всего, верить в себя, что у нас тоже хорошая команда, и, ну, всегда нужны герои в таких ситуациях, да. Я их хвалил всю игру сегодня, потому что, ну, очень сильная команда нам противостоит, и то, что парни делают, ну, это заслуживает уважения. Ну и не могу в конце вас не попросить сказать «Ура, Лев Сергеевич!» Нам нужно выиграть завтра еще. Тогда будет ура? Да. Спасибо.